Здравствуйте. Вот, поехал проверять капканчики на куницу, на бобра. Погодка стоит, у нас дождики поливают. Вот, нас такой уже стал хороший. Куница, движение куницы началось, так мне рассказывают уже. Здесь следы куницы появились. Вот, проехал. Еду проверять сейчас, все проверю. Потом все покажу. Камера чуть не упала. Все, ладно, смотрим. Как бы пишут, все, пустые капканы, ну как пустые капканы, все, все не покажут, все равно нельзя показывать, потому что кому-то надо, кто-то ждет видео, чтобы там трофеи были, а кто-то пакость одну пишет, увидеть там какую-то там зверюшку, вот пакости начинает пакостить, потому что грязи у людей много, сидят дома на диване и только пакостят. Есть и, конечно, такие каналы начинающие, тоже поймали там пару куниц, и все уже они там пишут, что там чудо, ужас. Я вижу, что все как ставят, как это уже, по-моему, большинство каналов с помощью, ну, как бы, ну, мои видео посмотрели и повторяют, но я ничего против не имею, ставьте, что я доволен, что кому-то что-то помог, как заниматься там, капканы ставить, что, кому-то недовольный, конечно, ну, что сделаешь, все люди, все разные, вот, у каждого свое. Вот и вы ставьте, как бы промышляйте, как можете, но сейчас я в грудь бить, что там вы супер какие уже блогеры там сделали. Канал развития это тоже не так просто. Снимать и развивать. Потому что негатива столько было, что кто снимает канал, это уже тот знает, что такое снять канал. Так что ладно, смотрим. Думаю, что будет интересно. Так, иду тут по новому путику, капканчики у меня стоят. Проверить. Вот эти сойка попала. Сойка попала. Свежая. Так что сойка пошла попадать, значит где-то куница близко. Так, мясо там есть. Все, есть, сейчас в сойку достаем. Заряжаем и ставим, дальше едем остальные капканы проверять, там куница бегала, может что-то и попало. Так, идем очередной капканчик проверять. Вот как хороша. Так. Так, капканчик у нас стоит, никому он не мешал. Кто-то мне говорил, что ставить бадагиту, ставит эти попадают, без бедаков попадают, горностаи попадают. Опа, что-то след какой-то понятный. Так, че, горностаи или куницы, похоже, ходила, не понять, там горностаи, а тут он. Зачем-то не подошла. Следы плохо заметно. По насту. Какие-то следки есть. Куница ходила. Похоже. Какой-то зверек ходил. Вот он пошел. Вот он. Куница ходила. Пошла вот для капкана. В капкан не пошла. Интересно. Интересно, интересно. Сюда сытая, похоже. Ну, все набежано. Вот куница немного набежана. Рядом с капканом. Почему она не нашла? Непонятно. Сюда он следов не видит. Еще следов все избегано, куница. Капкан не идет. Стороны. Так, идем дальше проверять. Что там? Тут у нас что скажет. Значит, что-то какая-то дичь попала, похоже. Тоже каким-то зверькам избегал. Вот
Опа. Тут у нас попала норка. Это значит норками избегана. Вот, смотрите. Щадящий капкан поймал. Только что я поймал. Ладно, не будем показывать. Смотрите, как красивая. Раньше не ценились мех такой норки. О, тем более зимняя, декабрьская. Конец декабря. Попала она в капкан. Суазовский. Вот такой насторожка. Одно действие. Одностороннее действие, как бы, капкан работает в одну сторону. Так. Вот поставлено и сработал на норку. Вот так, красивые реки. Еще не отдохнулся. Ладно, ставим капкан, едем дальше. Тут кровь у меня, я все вытащила, мясо оттуда с капкана поймалось. Я смотрю, что думаю, такое у меня получилось. Капкан-то вот привязанный. Я поставил неправильно его. Норка туда залезла внутрь, когда стала вылазить, тогда капкан сбила, я поймала. Все равно за шею поймала ее. Ее надо разворачивать, а я поставил вот так ее. Он работает. Только в ту сторону чтоб надо было. Сейчас надо перевязывать ее с другой стороны. Вот. Даже и так сработало. Ладно, все. Видите, ошибся. Он только оттуда надо толкал, чтобы в одну сторону. А все равно сработал. Слазила обратно, похоже, вылазить стала с мясом уже и попала. Так, видите, когда я зашел, сразу вон следы куницы, норки. Идем дальше. Так, вот. Так, вот. Вот такой насти. Капкан стоит у меня. Один капкан стоит. Невидимый. Никто то не пришел, не попал. Ладно, идем дальше смотреть. Идем дальше капканчики все смотреть. Опа. Вон норка бегала. Нет куницы. Вот рядом стоит. Куницы вообще следов много стало. Че она и почуяла я? Почуяла, 5 метров пробежала. Куница пришла, но пока не сытая. Надо опять эта ворона попала. Сойка. Ну, ладно, что, придет куница, главное, куница здесь есть. Будем надеяться, что где-то там будут попадать. Так что вот, опять капкан Суаз. У меня стоят суазовские капканы. Спрашивает, что кировские. Кировские у меня на другом путике стоят. Здесь все, о, суазовские стоят. Вот так, ладно, снимаем. Приманка есть для куницы. Так, что-то тут куница не пришла. Вот тут капкан стоит. О, все скорьяги. Здесь ничего не попало. Куница тут. Клядов нет, поблизости не бегал. Ладно, идем на бобра капканы проверять. Сойки везде попадают. Здесь в этом лесу. Куница должна быть, потому что сойки много. Пойдем тут смотрим. Вот какой зверюшка бегала. Мелкая. Многие смотрят канал и говорят, как будто мы сами идем со мной на охоту, проверяют капканы. Интересно тоже, в городе сидят вот. Сейчас кто-то даже уже под старость смотрит. Уже нет возможности сходить на природу. А все равно инстинкт остался. Желание сходить на природу.
Вот будем поснимаем так вот, как мы их ходим тут, как проверяем. Не у всех возможность есть ходить в лес. Кто-то всю жизнь прожил, может, туда, как в деревне, на природе. Сейчас уехал в большие города и живет. Сейчас только охотится на видео. Ну это вот норка бегала. Ликуница-то мелковат лет-то. Потому что норка. Вот. Сейчас мы идем тут смотреть бобровые. Бобровые хаты, капканы стоят где. Вот где бобры вылазили, там, похоже, выдра вылазила тут. Вот она бегала. Выдра выходит. Да, там стоит на бобра. Я себе промерзла. Ух, воздух идет какой. Как будто кто-то там дышит. Видите, как будто дышит кто-то там. Ух, какая. Вонь оттуда идет. Как тут бобры живут такой. Капкан сработанный, ну что там есть, не есть, не знаю. Так. Да, непонятно пока, что капкан сработанный. Смотрим, кто хоть капкан расшибает. Ну капкан-то легко как-то идет. Палка тут. Капкан не сработал. Так, идем дальше смотреть. Да вон там где-то капкан стоит. Странно, кто тут плавает, как шибает. Я вот проверял, ходил уже. Там расшиблен был. Фу, камера отображена. Ой, попробую, смотри, как пахнет. Тут что-то тяжело идет. Кажется, что-то тяжело-то. Попало тут или нет, кажется ли что-то тяжело. Вырубим еще, посмотрим. А как бобовая струя пахнет что-то. Yeah.
Я чувствую, что бобровой струей сильно пахнет. Надо стоять. Килограмм, наверное, на 30 боб. Видит, рост закрученный. Значит, рукой я могу достать. Отцепиться на него. Придется разрубать дальше. Сразу видно, трос закрученный. И там что-то больно тяжело идет. Как перехватиться-то? Вот он. Вот он. Здоровый. Здоровый бобрёна. Я чувствую, что бобро струей пахнет и тяжело капкан идет. Бобр здоровый. Крупный. Так что еще тут бобры есть. Ой, хата хорошо парит. Видите, какой бобр. Что тут, я думаю, килограмм 30, около 30 будет, наверное, может меньше. Здоровенный. По хвосту он вкусный есть немного, но это не страшно. Думаю, что может не покусанный. Поэтому по капкану, видите, сколько. Капканчик-то маленький. Здоровенный. Лежит. Видите, сравнение. Одно, изводим, сейчас заряжаем снова. Достаем из капкана. Не хотелось так аналогить, все снять, чтобы посмотреть, то много пишут там всякую ерунду. Тут он видно, что мыши набегали и норки бегали. Ладно, сейчас достаем из капкана, ставим обратно. Дело такое, бобра-то поймала, как нести-то его. Веревку-то я не взял с собой. Иначе за лапу привязал и волоком бы его. Да, интересно, конечно. Ты шнурок надо искать. Куртки, может, еще я поясну, конечно, шнурок выдерну. И так потащу. А так его домучиться тащить, он тяжелый. Струя, думаю, будет у него больше 200 грамм, точно. Потом, если свешу его, отдеру, когда посмотрим, сколько он весит. Здоровый бобр. Думаю, в пределах 30 килограмм весит, струя что-то у него тоже выглядит. Грамм 200-300, думаю, что может, если не ошибаюсь, такие бобрики. Ладно, пробуем капканчики. Проехал, проверил капканчики, так попало немножко. Норка, бобер, там горностай не стал показывать, не показывал. Соек много попадает, что-то это стало к ней. И куницы следы появились. Куница стала активно бегать, так что будут и куницы попадать. Погодка у нас, уже конец декабря, Новый год на днях будет, а у нас дождь идет. Лед такой ужасный, стоять невозможно, не знаю, как подойти, отойти. Дороги посыпали вот сегодня, а так все, вон, машины валяются все под тамбой. Ужасно, дорога непредсказуемая, ехать в 6, сегодня ездил туда, в Пижанку. Ехал на 3-й, больше. Ну, машина куда хочет, туда едет. Лед чистый, лед. Он на коньках можно кататься. И вот сейчас еще дождик моросит еще. Наст будет, наверное, хороший. Так, с собачкой опять еще не походишь. Если будет дождик еще пройдет, тепло, и снегу сверху подвалит, а этот наст застынет так, что не будет проваливаться. Тогда, да, будет нормально. Походим. Тут ходили несколько раз. Все равно наст такой, погоды ниже никакой нету. Для собак комфортной погоды практически не было даже. По чернотопу только. А так все, лед. Выпадет снегу 5 сантиметров, дождь сверху пройдет и корка образуется. В собаках-то идешь, что и где, собаки эти прорежешь резину. А собакам попробуй-ка, зверьем всяким бегать. Так что ладно. Поддержим канал «Сельские будни». Будем снимать и радовать новым видео. Трофеями и без трофеев,
кому как, кто-то ждет, что трофеи показывать, кто-то недовольны этому, всех не, всем не уноровишь. Ну, будем немного снимать, слушать никого мы слушать не будем, мало ли кому что надо. Так что ладно, всем пока, до новых встреч, до свидания.